Жаль, что изгнание сильно повлияло на нас. Оно исказило и извратило истину Торы. Не только в этой области. Внезапно демократия стала сущностью Торы. Невероятно. Демократия – базовое понятие Торы. Где вы такое видели? Иудаизм не Томас Джефферсон. Мы принимаем Тору и понятие Торы, как решает Бог, а не как решаем мы. А в современном ортодоксальном мире существует такая же серьезная тенденция к извращению, искажению и загрязнению некоторых основных частей, которые нам не нравятся, как и среди неортодоксальных евреев. Искажение Торы через демократию. Тора не демократическое понятие. Оно демократично только в рамках еврейского закона. Да, это так. В Синедрионе решения принимались большинством, путем голосования. Но это было возможно только потому, что члены Синедриона находились в рамках еврейского закона. Но рассуждать о том, что в земле Израиля у арабов должны быть те же политические права, что у евреев, это более чем абсурдно. Это неприлично, потому что это противоречит всему, что написано в еврейском законе.